Акционерное общество «РАТЭП» – ведущее предприятие по разработке и производству инновационной радиотехники и радиоэлектроники. В настоящее время «РАТЭП» ведет активное освоение выпуска продукции гражданского назначения. Предприятием выпущена широкая линейка светодиодных светильников, предназначенных для уличного, промышленного, административно-офисного, складского, дорожного и жилищно-коммунального освещения. В настоящий момент линейка выпускаемой продукции насчитывает более 1500 видов. Предприятие имеет широкую географию продаж и производит порядка 250 тысяч единиц в год. Используя накопленный мировой опыт в области разработки светотехники, основанной на LED-технологиях, РАТЭП создает высокоэффективные, надежные и безопасные светильники. Наши инженеры способны решить задачу любой сложности и разработать продукцию в соответствии с любыми требованиями клиента. В технических решениях используются электронные компоненты собственной разработки, прошедшие многоступенчатые испытания в критических условиях, и светодиоды признанных мировых лидеров, таких как Nitsche, Cree, Samsung, Seoul, LG. РАТЭП производит большую часть элементов и составных частей светильников благодаря наличию собственных мощностей и осуществлению полного цикла производства, начиная от заготовительного производства до полного монтажа изделий. Современный и постоянно модернизируемый парк оборудования, высококвалифицированный персонал и реализация многоуровневой системы контроля от проектирования до поставки обеспечивают стабильность производственных процессов и гарантированно высокое качество выпускаемой продукции. РАТЭП имеет необходимую испытательную базу, благодаря чему наша продукция подвергается полному циклу испытаний согласно многоступенчатой системе контроля технологического процесса. Каждый светильник проходит климатические, вибрационные и другие виды испытаний на собственных аттестованных стендах и в специализированных лабораториях. Параметры светильников полностью соответствуют паспортным данным, что подтверждается независимыми экспертными лабораториями. Наша продукция имеет сертификаты соответствия техническим регламентам Таможенного союза Российской Федерации, требованиям пожарной безопасности, экспертные заключения на соответствование требованиям СанПин. Вся продукция разрабатывается специально для российских условий. Система надежной защиты от перепадов температур и скачков напряжения в блоках питания является уникальной разработкой. Диапазон рабочих температур светильника составляет от минус 60 до плюс 60 градусов Цельсия. Вся продукция проходит многоступенчатый контроль качества в соответствии с требованиями ГОСТ ISO 9001. Наши светильники не содержат ртути и вредных примесей, не требуют специальной утилизации, отличаются длительным сроком службы до 100 тысяч часов, то есть до 10-15 лет. Индекс цветопередачи более 80 и отсутствие пульсации обеспечивают уровень освещения, максимально приближенный к естественному. Светодиодные светильники Диора потребляют в 2-3 раза меньше электроэнергии по сравнению с люминесцентными и галогенными аналогами, в связи с чем снижение затрат на электроэнергию у покупателей, приобретших нашу продукцию, достигает 75%. Ежемесячно тысячи светильников Диора устанавливаются на объектах клиентов и экономят десятки миллионов рублей. Светодиодными светильниками нашего производства оснащены торговые центры, промышленные предприятия, больницы, детские сады, объекты культурного и спортивного значения. Мы сотрудничаем с компаниями различного уровня, от небольших предприятий до лидеров в своей сфере. РАТЭП осуществляет не только производство светодиодного оборудования, но и его гарантийное обслуживание. К
клиенты компании могут быть уверены в том, что покупают качественное светодиодное оборудование у надежного производителя. Срок гарантии на продукцию составляет до 5 лет. Компания ведет разработку продукции под требования заказчика и программы импортозамещения. Отдел разработки активно идет вперед и постоянно предлагает новые решения, востребованные на рынке. Это все и есть наша жизнь, и мы можем сделать ее светлее.